Как убрать целлюлит в домашних условиях? Конечно, важно правильно питаться, много двигаться и баловать свою кожу антицеллюлитными скрабами, которые легко можно сделать дома. И первым лучшим скрабом является кофе. И на это есть свои причины. Итак, обо всем по порядку. Кофеин безупречно расщепляет жир и разогревает кожу. Чтобы добиться лучшего эффекта, добавьте в молотый кофе немного минеральной воды и голубой глины. Массажными движениями наносим смесь на проблемные области, обязательно на влажную кожу. В заключение обернем участки тела пищевой пленкой и выдержим 20-30 минут. Еще одним помощником в борьбе с целлюлитом является мед. Для такого массажа достаточно небольшое количество меда нанести на проблемную область и массировать кожу, пока мед не приобретет беловатый цвет. Обычно такой массаж занимает 15-20 минут. Именно мед быстро помогает расщеплять подкожный жир, выводить токсины и лишнюю воду, улучшая кровообращение. Третий рецепт замечательно способствует выведению излишек подкожного жира. Главное, чтобы у вас не возникло аллергии. Перед применением смесь протестируйте на сгибе руки, после чего можно приступать к приготовлению маски. Возьмите 1 столовую ложку красного молотого перца и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите на проблемные области массажными движениями и оставьте на 10-15 минут, затем смойте теплой водой. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!